Вас замучил Нью Гейбл со своими конторками. В магазин Ванжелинка вынуждены исправлять косяки Нью Гейбла. В магазине Ванжелинка предоставлен огромный выбор лицензионных ключей, аккаунтов, игровых их наборов. И также есть прокачка GTA 5. Любишь GTA 5? Бери и заказывай. И получай. Магазин Ванжелинка. Здорово, пацаны. Стою в меду против фантомки. Иду нападать на него, воняю, хукаю и обычным хуком, не хохлоризом, по хребтине. Эх, хороша. А вот тут я наверняка свижу. Да, я здесь свижу. Счет 2-0-0. Ой, сумер. Озон. Озон в перми! Озон в перми! Опять озон в перми! Озон в перми! Озон в перми! Опять! Озон в перми! 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 Спасибо, пацаны, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам песня понравилась, как и сам мувик. К сожалению, с ногсшибательным монтажом я не смог сделать, потому что Вегас у меня вечно крякался, хотел под биток все. Андрей, если ты это слышишь, ты Андрей, то есть Озон, не привет, Андрей, а Озон. Андрюх, не в обиду это все сделано, пойми, что YouTube довольно-таки уебищные правила ввел, какие вообще во всем интернете сейчас введены санные правила, нужно с этим как-то мириться, и мувик захотел сделать все, что было, трек под мувик, это единственное, что было, хотел под Важелин первая дебютная песня, Пуджа, это если заремиксят Пуджи, то ладно. Тут, в принципе, уровень клуба Мувик Мейсерс.